Интерьеры должны быть современными, а фасады гармонично вписываться в архитектуру города, уверена начинающий дизайнер Марина Сырова. В чемпионате профессионального мастерства WorldSkills она представляет проект автомойки. Для девушки это не просто соревнование, она мечтает в будущем открыть дизайнерское бюро. Мне нравится очень сильно промышленный дизайн, и я думаю, я буду заниматься разработкой дизайна разной продукции, как, например, мы делаем на нашем задании мини-мойки для автомобилей. Главная задача соревнований WorldSkills, чтобы молодые специалисты нашли себя в жизни. Нина Козлова еще в прошлом году боролась за призовые места. А в этом она сама оценивает конкурсные работы, уже как эксперт компетентного жюри. Критериев несколько. От того, как оформлена заявка, до того, как выглядит уже созданный продукт. Также скетчи проверяются, проверяется моделирование в программах, правильное составление моделек и деталей, крепление и сопряжение. Система выставления оценок от 0 до 3. 0 – это совсем все плохо, а 3 – это уже очень хорошо. Рабочие профессии самые популярные у самарской молодежи на чемпионате WorldSkills. В областном финале в каждой номинации заявлено по 6 человек. Отбор проходили несколько сотен студентов. Слесарем, например, нужно собрать из стального листа модель самолета типа кукурузник. За 11 часов не только спроектировать его на компьютере, но и сдать готовые изделия. Ошибка в размерах даже в 1 миллиметр, и о первом месте можно и не мечтать. Но сейчас же у нас все результаты вот этого конкурса заносятся в единую базу. И в этой базе работодатель уже может посмотреть, какие результаты показал какой участник на данном этапе, именно в этой компетенции. Плюс для конкурсантов какой-то есть. Первая зарплата у молодых специалистов будет еще не скоро, поэтому организаторы конкурса позаботились о материальном вознаграждении участников. Те, кто являются призерами и победителями, наш губернатор Самарской области Дмитрий Ильич Азаров, поощряет материально единовременной премией и, естественно, поощряется наставник. Прежде всего, и мы, я когда готовлю своего, не за 8 тысяч и не за часы губернатора, а мы на самом деле даем путевку в жизнь. На самом деле этот юноша, за него можно не беспокоиться. За этих вот шестерых, можно не беспокоиться уже. В их руках уже профессия. На всероссийские соревнования поедут лучшие. Им, как и спортсменам, предстоят тренировочные сборы. Тот, кто покажет лучший результат, тот и отправится на чемпионат страны. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.